Участвуйте, друзья. Мы приглашаем вас в Ульяновск на местной арене «Труд» имени Льва Ивановича Яшина. Футбольный клуб «Волга» принимает футбольный клуб «Уфа». Этот матч выбирает новый главный тренер «Волги» Сергей Жуков. А тем временем матч начался, прозвучал стартовый свисток. Ворота гостей слева, ворота хозяев справа. Те, кто пришел сегодня в этот достаточно прохладный вечер на местный стадион «Труд», верят в команду, продолжают в нее верить и надеются. И вот первый опасный момент, достаточно запоминающийся. Представители тренерского штаба тоже в этом отношении были чрезвычайно требовательными. Будет ли удар по воротам? Удар, рикошет, мяч в створ не лег, но это опасно. Вот, смотрите, как мяч-то чуть не залетел за шиворот голкиперу. С трудом он этот мяч перевел, который опускался уже под перекладину. Был в курском «Авангарде», в тульском «Арсенале» и в «Тамбове». Короче, сейчас он с мячом. Хорошая передача на ход. Здесь падение защитника. Игра продолжается. Есть гол, но вопрос, будет ли мяч засчитан. Плиев. Плиев старший, Плиев младший. Окружают арбитры вместе с партнерами. А гол, судя по всему, будет засчитан. Это Билалов. Повоевал за мяч в штрафной площади. Играл в Солярисе, Велесе, в Луче. Но у него африканские корни. Тут же атакуют. И как атакуют Уфа? Какой ответ! Какая красотища! 72-я минута. И счет вновь ничейный. 1-1. Это Евсеев зарядил. Зарядил так зарядил. И отчаянный бросок голкипера. Перед ним Сухов. Через пас играет 95-й номер. Обратная передача. Плетут свою атаку на последних мгновениях встречи. И доплетают ее до голоду. Как же там было сыграно неудачно в обороне на линии площади ворот. Герой, герой, ну что тут скажешь? Качай, качай героя. Билалов оформляет дубль на 90-й минуте и, возможно, приносит победу своей команде. Финальный свисток. Очень интересный матч. С такой вот развязкой мы с вами увидели. После финального свистка продолжают братья Плиевы быть несогласными с арбитром. Ох, тут и красная карточка в результате у Плиева-младшего.